Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Чердан. Ставленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостевой команды. Что скажешь о схеме? Ну, я думаю, что итог матча во многом будет зависеть от игры и изобретательности атакующего полузащитника. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Чердан. Ставленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостевой команды. Что скажешь о схеме? Ну, я думаю, что итог матча во многом будет зависеть от игры и изобретательности атакующего полузащитника. Здравствуйте, с вами комментаторы Константин Генич и Георгий Чердан. Ставленная схема, вариация на тему 4-3-3. Чуть больше простора отдано на откуп фланговым игрокам. Состав гостевой команды. Что скажешь о схеме? Ну, я думаю, что итог матча во многом будет зависеть от игры и изобретательности атакующего полузащитника. Марта 1976 года отличился игрок Астон Виллы Крис Никол, который сделал два дубля в матче, забив два мяча в ворота соперника Лестер Сити и два в свои. Больше в той встрече никто не забивал. И матч закончился со счетом 2-2. Команды начинают эту игру. Поехали! Хорошая игра в пас. Ну, решай же! Классный отбор, молодец! Судья показывает на угол поля. И пробил игрок. Вратарь выходит и свободно забирает мяч. Будет навес. Хорошая игра на перехвате. И вот мяч уже в распоряжении другой команды. Аут. Не самая удачная игра головой. Хорошо сыгранный навес должен последовать. И простреливает.